Когда у нас как-то разложен многочлен на множители с целыми коэффициентами или разложен на множители с рациональными коэффициентами, насколько сильно отличаются эти два разложения? Ну, конечно, всегда можно взять все числа, разделить, все коэффициенты разделить, не знаю, там, на тысячу в одном множителе, а в другом на эту же самую тысячу умножить. Это ни на что не повлияет, но вполне может создать нецелые коэффициенты. Вот оказывается, что по сути ничего другого не происходит. Это совершенно замечательная, очень простая и очень важная для алгебры лемма. Если есть факториальное кольцо, ну, разумеется, коммутативно-ассоциативное с единицей, без делителя нуля, то есть кольцо, в котором выполнена основная теорема арифметики. Оказывается, в таком случае и кольцо многочленов, и даже не обязательно от одной переменной, от нескольких переменных, кольцо многочленов обязательно факториально. На самом деле, даже в самых-самых нематематических классах это чаще всего учат. Учат это, конечно, не в таком вот общем виде, как я только что сказал, а в школьном варианте. Если есть многочлен с целыми коэффициентами, и нас интересует его рациональный корень, то оказывается, числитель обязательно будет делителем свободного члена, а знаменатель, наоборот, делителем старшего коэффициента. Вот смотрите, пусть а нулевое, первое и так далее, а n какие-то целые числа, конечно, не все равные нулю, пусть есть дробь, несократимо, то есть наибольший общий делитель r s единица. Оказывается, обязательно а нулевое делится на r, а n делится на s. Как вот этот вариант следует из леммы Гаусса? Это очень просто. Давайте поймем, как выглядит многочлен, который обнуляет тропию. X минус r разделить на s. То есть, чтобы его записать с целыми коэффициентами, надо умножить на s. Получится sx минус r. Замечательно. И вот наш многочлен f от x должен делиться на многочлен sx минус r. Но когда вы берете sx минус r и умножаете на какой-то многочлен, то естественным образом r умножается на свободный член, получается свободный член, получается а нулевое. Значит, а нулевое должно делиться на r. Ну и то же самое, старший коэффициент умножается на старший коэффициент, и поэтому а n должно делиться на s. Так что, когда мы будем знать лемму Гаусса, то, в частности, этот вариант мы тоже будем знать. Конечно, его, что называется, гораздо проще понять без вот этих вот высоких рассуждений, если подставить вместо x эту самую дробь. Давайте уже на всякий случай сделаю. Вдруг кто-то все-таки это еще ни разу не видел. Значит, смотрите, что у нас будет при подстановке. А n r разделить на s в степени n плюс а n минус первое r разделить на s в n минус первый плюс и так далее, и так далее, плюс а второе r разделить на s в квадрате плюс а первое r разделить на s плюс а нулевое. Так умножим все на s в степени n. Получится а n r в степени n плюс а n минус первое r в n минус первый s и так далее плюс а второе r в квадрате s в n минус второй а первое r s в n минус первый и наконец а нулевое s в степени n. Ну смотрите, вот у нас все слагаемые, кроме самого первого, делятся на s. То есть s везде есть. Значит, и оно должно делиться на s. Но r и s числа взаимно простые, значит, а n должно делиться на s. Ну и точно так же. Все слагаемые, кроме, может быть, последнего, делятся на r, потому что здесь r просто есть. Значит, и последнее должно делиться. Значит, а нулевое умножить на s в степени n должно делиться. S и r взаимно простые, значит, а нулевое должно делиться на r. Вот это все просто, замечательно. Но давайте все-таки докажем лемму Гаусса и в общем случае. Это не так сложно. Смотрите почему. Если перейти от кольца К к его кольцу частному,
Но так же, как от целых чисел, мы переходим к рациональным числам. Да? То есть рассмотреть такие выражения, дроби. Да? Числитель, знаменатель, ну и стандартным образом вы, значит, определите, естественно, образом на дробях сложение, умножение, вычитание. Так вот, если перейти к полю частных, то тогда будет алгоритм, дальше, вовсе не обязательно доказывать сразу для n. Разумеется, надо поучить, то есть сначала давайте добавим одну переменную, а потом точно так же вторую, и так далее, и так далее. То есть достаточно рассмотреть только кольцо многочисленных от одной переменной. И вот если мы с вами от k перейдем к его полю частных, то это уже будет поле, а многочленное над полем можно делить уголком. Там есть алгоритм Евклида. И значит, там абсолютно без проблем можно считать, что основная теорема арифметики верна. И любой многочлен можно разлагать, используя дроби. И это делается, по сути, единственным образом. Хорошо. Так давайте это сделаем. Когда нам дали любой многочлен с коэффициентами из k, разложим его на неприводимые множители, среди коэффициентов которых могут быть дроби. Итак, пусть какой-то многочлен с целыми коэффициентами, где коэффициенты принадлежат кольцу, в котором выполнена основная теорема арифметики, мы сумели разложить на многочлены уже не обязательно целыми коэффициентами. Это какие-то дроби. Кстати, этих многочленов может быть больше, чем один. Совершенно запросто. Давайте сделаем очень простую вещь. В каждой скобке приведем к общему знаменателю. И этот самый общий знаменатель вынесем за скобку. Так сделаем в каждой скобке. Но после этого возникнут, я уже не буду их переобозначать, но считать, что все понимают. Возникнут опять какие-то коэффициенты, они уже целые. И здесь стоит там делить на что-то. Да, вот значит, вынесли знаменатель, тут стоит делить на какое-то целое число. Замечательно. Так вот, после этого из каждого многочлена вынесем наибольший общий делитель его коэффициентов. Вынесли. Замечательно. Теперь уже они стали целые в каждой скобке, и в совокупности коэффициенты взаимно простые. А появилась некоторая еще дробь. Да? То есть разница у нас по-прежнему есть. И вот здесь вот некоторая дробь. Это, значит, числители, все, что числитель, знаменатель, это некоторые целые числа, то, что все вынесли в знаменателе, и все, что после этого. И вот это замечательно. Делаем дальше простую штуку. Вообще-то здесь тоже можно вынести наибольший общий делитель. И тогда, давайте я вот так вот поставлю, знак того, что мы это вынесли, мы вынесли, а наибольший общий делитель это будет некоторое число. Итак, числитель, знаменатель и некоторое число. Отлично. Вот сейчас, собственно, и будет та самая замечательная теорема Гаусса. Оказывается, что вот эта штука в точности равна. И поэтому, вообще-то, на самом деле, вот это число, оно будет здесь. И дальше уже как хотите его по скобкам раскладывайте, хотите отдельно, но хотите назад заносите. Вот. В общем, это уже на суть дела не влияет. Что надо доказать для этого? Что если у вас есть один многочлен, наибольший общий делитель коэффициентов, которого единица, и другой, то когда вы их перемножаете, то наибольший общий делитель опять будет равен единице. Поскольку не обязательно перемножать все сразу, а можно по очереди, их, конечно, могло быть написано много, но я могу взять первый, второй, потом еще один и так далее, то фактически нужно доказать такую штуку. Произведение двух многочленов, у каждого из которых система коэффициентов это система в совокупности взаимно простых чисел. Произведение, повторяю, таких двух многочленов обладает тем же свойством. Иногда наибольший общий делитель называют содержанием многочлена, ну, в знак того, что можно взять и вынести это самое содержание.
содержание из него. И тогда говорят, произведение двух многочленов с содержанием один – это многочлен с содержанием один. Замечательно, это очень легко доказать. Господа, вот представьте себе, я опять с хулиганом, и сделаю так. Уберу вот это многоточие, буду считать, что перемножаются два многочлена. Уберу все эти штрихи и уберу вот это числитель знаменатель. И смотрите, что нужно доказать. Нужно доказать, что если мы перемножаем два многочлена, и известно, что наибольший общий делитель АН-ного, АН-1 и так далее, А1-го, А0-го равен единице и равен наибольшему общему делителю БН-го и так далее, Б0-го, то в таком случае и наибольший общий делитель С-катого и так далее, С1-го, С0-го, это тоже единица. Это почти очевидно. Вот представьте себе, что это не так. Тогда найдется, по тому, что у нас факториальное кольцо, найдется такой простой элемент, что все цешки на него делятся. Представьте себе, ck делится на p, СК минус первое делится на П, и так далее, и так далее. С первое делится на П, и С нулевое тоже делится на П. Все делятся на П. Но при этом здесь какой-нибудь коэффициент не делился на П, и здесь не делился. Замечательно. Так давайте тогда возьмем наименьшую степень, при которой коэффициент не делится. То есть вот здесь есть какая-то там степень, АКТ х в степени К. Нет, К уже нельзя. АЛТ х в степени L. Да, вот какой-то есть. Известно, что АЛТ не делится на П. А все предыдущие, А нулевое и так далее, АЛ минус первое, на П делятся. И точно так же можно здесь сделать. Есть какой-то коэффициент. Какая-то там степень, есть какой-то B, скажем, L большое, умножить на x в степени L большое с тем же самым свойством. BL большое не делится на P, а все предыдущие делятся. Господа, когда мы будем перемножать, то выясняется, что коэффициент при x в степени L маленькое плюс L большое не будет делиться. Почему? Потому что ведь как, когда умножаем откуда какой-то член отсюда, можно взять вот это на это, или уменьшить степень, а здесь увеличить, или наоборот, здесь увеличить, здесь уменьшить. Так из-за того, что все предыдущие делились на P, у нас всегда будет делимость, кроме вот этой неприятной штуки, когда перемножаем ровно АЛТ умножить на B L большое. Вот, собственно, и все. Лемма-Гаусс на этом доказано, потому что выяснилось, что произведение двух многочленов с содержанием 1 – это многочлен с содержанием 1. И значит, если для какого-то кольца верна основная теорема арифметики, то и для кольца многочленов, и от одной переменной, и от двух, и от скольки хотите, тоже будет верна основная теорема арифметики. Есть такая теорема. Любое кольцо главных идеалов является факториальным. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот если вы берете самый простой пример. Кольцо многочленов с целыми коэффициентами. Вот уже это кольцо не является кольцом главных идеалов. Как я только что доказал, в нем есть единственность возложения, в нем есть основная теорема арифметики.
А вот это не кольцо главных идеалов. Почему? Потому что я могу вам такой идеал показать. Порожденный числом 2 и переменной x. Почему этот идеал не является главным? Почему нет одного многочлена, который может его породить? Ну, смотрите, если бы он был порожден каким-то элементом y из вот этого кольца многочленов, то y был бы или нулевой степени, или более чем нулевой степени. Но если y был бы более чем нулевой степени, то двойка бы не делилась на y. Значит, y должен быть нулевой степени. Но поскольку единица не принадлежит этому идеалу, значит, y должен обязательно делиться на 2, да? Ну, никак иначе. А x-то не делится тогда на y, потому что x на 2 не делится. У нас только многочлены с целыми коэффициентами. Так что вот вам самый такой очевидный пример кольца, в котором выполняется основная теорема арифметики, но при этом это кольцо не является кольцом главных идеалов.